Здравствуйте, мы находимся на усадьбе Эдгара в игре Клондайк. Это обновление, пасхальное обновление 2022. И тут у нас, когда все расчищено и все получено, остается еще непройденная задача. Это что? Это наш молочный шоколад, который можно собирать, ну, насколько хватит терпения, таланта или времени. И во время сбора у нас появляется вот такая вот прекрасная штука, где мы делаем сначала свой личный вклад. Это кола, монетка 8 штук, смазка 3 штуки, мороженое по 100, 5 штук, динамита 500, 1. И начинается вторая страница. Откидная спинка на 2000, стимулятор, наковальня, фабрика. Это у нас декорация. И потом еще динамит на 1000, аж 5 штук. И когда последний приз получен, можно сказать все, но это не так. Начинается командный вклад. И мы можем собирать молочный шоколад и менять его на древние сундуки. Сундуки все те же, это все очень удачно. И в конце мы еще получим, когда наберется шкала, плюс еще 25 изумрудов за победу. А пока, как говорится, призы получены, и это очень радует. Но чем больше мы насобираем таких сундуков, тем даже лучше. И на этом все. Пока-пока.